بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Уважаемые братья, мы, иншаллах, продолжим тему жизни описания пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Мы прежде говорили о четвертом году хиджри. Теперь вот мы дошли до пятого года. И какие происшествия, какие случаи происходили в пятом году хиджри, после совершения хиджри. Газавату Думатуль Джандаль называется этот газават. И в Рабиул-Авале вот этого года, пятого года, до пророка, алейхиссалату вассалам, доходит весть от арабов, имеется в виду от бедуинов, которые проживали, то есть Думатуль Джандаль, этой местности, о том, что они зулму делают над теми людьми, которые проходят оттуда. Имеется в виду, путники проходят, они забирают имущество, убивают, тому подобное, делают зуму. И тогда, и они, более того, хотят напасть на Медину. И пророк, алейхиссалату вассалам, подготовился для того, чтобы напасть на этих людей. Он вышел вместе с тысячи сподвижниками и в Медине оставил в качестве руководителя Сибабну Урфат Аль-Гафарии, этого человека, этого сподвижника там оставил, и ходил по ночам, днем скрывался, по ночам шел, чтобы вот эта весть от них не дошла, и приблизился к ним. И они узнали о том, что пророк, алейхиссалату вассалам, со своими войсками движется их в сторону, и они разбежались, они разошлись. И мусульмане напали на их вот пастбище, где пасутся там верблюды и овцы. И те, которые попались к ним, некоторые были убиты, некоторые разошлись, разбежались. И вот таким образом он остался в их этой степи и не встретил ни одного человека, они, имеется в виду, разошлись. И пророк, алейхиссалату вассалам, отправил несколько отрядов в поисках этих людей, и они не смогли их найти. И пророк, алейхиссалату вассалам, со своими сподвижниками вернулся, получая большой трофей. И по пути обратно он заключил договор с одним человеком, Уяйнатуну Хиснуль Фазарии. Этот человек был, которого пророк, алейхиссалату вассалам, называл глупым человеком, за которым следуют люди. Глупцом его называли, потому что за этим человеком следовали тысячи лучников. И сам был глупым человеком, поэтому он так его назвал. И он с ними заключил договор об мире. И у него забрал определенную часть земли для того, чтобы пасти, то есть козлят и ягнят от жителей Медины. Были засушливые времена, пастбища не хватало, поэтому с вот этим договором, у него забирая вот эту часть земли, они заключили этот договор. Этот же год, в месяце Шабан, до пророка, алейхиссалату вассалам, доходит весть о том, что Харис ибн Аби Дарар, это был предводителем племени Бани Мусталак, те, которые помогали курайшитам во время битвы Ухуда, то есть помогали врагам пророка, алейхиссалату вассалам, о том, что они собираются воевать с пророком, алейхиссалату вассалам. И пророк, алейхиссалату вассалам, выходит к нему навстречу с большими войсками и в Медине оставляет как руководителем Заида ибн Хариса, и вместе с ним выходят его жены, жены пророка, алейхиссалату вассалам, Аишат и Умму Салимат, разъяллаху та'ала анхума. Оба эти жены
выходят вместе с ним, и вместе с ним выходят люди из мунафиков, те, которые ни разу не выходили какие-то военные действия. Какая цель у них была? Цель, надежда о том, что они получат какие-то трофеи. Вот из-за этих целей они вышли туда. И в пути они встречают шпиона от этих Бани Мусталаков. И пророк, алейхиссалату вассалам, его схватил, имеется в виду сподвижники, его схватили и требуют рассказать об враге. И он отказался рассказать. И он был убит в этом месте из-за того, что он не рассказал. И когда до этого Хариса, имеется в виду вот руководитель этих Бани Мусталиков, он услышал о том, что мусульмане движутся в его сторону, и о том, что они убили его шпиона, он испугался, и испугались его войска, они разошлись, они разбежались. Имеется в виду, часть только разбежалась, часть осталась, часть этих войск, они остались. И когда мусульмане дошли до местности Мариасе, это один источник, где находилась вода, там были построены ряды вот этих войск. Имеется в виду со стороны мусульман и со стороны этих людей от Бани Мусталаков. И в течение некоторого времени, где-то часа, они друг на друга бросали стрелы. Потом мусульмане разом, таким активным образом, как один человек, разом все войска напали на них, чтобы ни одного человека не оставили, и чтобы они не могли, то есть, разбежаться, то есть разом напали на них. Были убиты несколько человек со стороны курайшитов и были взяты плен. Были взяты плен и женщины этих людей, Бани Мусталиков, и их потомков. Были погнаны и верблюды, и овцы. И говорят, что там было 2000 верблюдов и 5000 овец. Столько вот этих трофеев получили пророк, алейхиссалату вассалам, и его сподвижники. Вот таким образом были взяты плен все остальные, те, которые участвовали вот в этих военных действиях со стороны Бани Мусталиков. И среди вот этих женщин, этих Бани Мусталиков, находилась одна женщина, Буррат бинту Харис, имеется в виду дочь вот этого полководца, вот этого руководителя этого племени. И они взяли вот этих женщин плен и разделили между мусульманами. То есть они идут уже в качестве рабов. И вот здесь пророк, алейхиссалату вассалам, проявил, сделал такую политику и выявил свою нравственность, свои вот моральные качества. И он сделал таким образом, что вот из этих женщин, вот Буррата, например, он отдал замуж за одного сподвижника. И других тоже он отдал. Ее называли Джувайрият. И когда была она отдана замуж, выдана замуж, тогда вот некоторые вот эти сподвижники говорили, что нам, говорит, не подходит, чтобы вот та женщина, которую пророк выдал замуж, чтобы она в рабстве была. И вот таким образом и пророк, алейхиссалату вассалам, тоже их побуждал, чтобы они освобождали их от этого рабства. Эта женщина была, Буррат имеется в виду, была такой женщиной, доверенной, чистой женщиной этой племени. И вот ее освобождение, оно стало причиной для того, чтобы вот этот каум, весь каум принял ислам. Вот таким образом, то есть эти люди приняли ислам, и вот такую мудрость, вот такие моральные качества пророк, алейхиссалату вассалам, показал этим людям, и вот этим посредством, вот этих качеств, они приняли ислам. Здесь произошло вот этом случае, этом газавате, два негативных, очень нехороших вещей. Первое из них – это то, что
Аджир Умара Бнухатава разъяллаху таалану, имеется в виду работник Умара разъяллаху таалану, он ударил одного из союзников хазраджов. То есть один человек из, имеется в виду, работника Умара. Умар же был, мы знаем, что он был из мухаджиров, а хазраджи, они являлись ансарами, жителями Медины, которые находились в Медине, которые помогли этим мухаджирам, которые приютили, которые отдали все то, что есть, свое то, что отдали, это бьет другого. И тогда тот союзник хазраджитов, он призывает помощи своих этих хазраджитов, которые он заключил договор. А когда он начал призывать, а этот аджир, имеется в виду, вот этот работник Умара, призывает мухаджиров тоже на помощь. Вот здесь получается определенная фитна, они чуть ли не бросаются друг на друга. И пророк, алейхиссалату вассалам, выходит, узнал об этом и обращается к этим людям, и он говорит: «Ма бала давал джахилия». Что, говорит, происходит, что за спор у невежественных людей, что за спор тех людей, которые были до исламских времена, джахилия там их называли. И он говорит: «Оставьте вот эту речь, то, что вы говорите, это, говорит, грязная речь о том, что вы говорите». И он разговаривал с тем, которому сделали удар, которого ударили, имеется в виду союзников из хазраджов, и хак исполнили, то есть ему возмездие сделали, вот таким образом был заключен вот этот мир и прекратилась вот эта фитна. И когда вот это дошло до Абдуллах ибн Убайю, этот человек был из жителей Медины, самым заядливым врагом пророка, алейхиссалату вассалам, но он находился среди мунафиков, он был мунафик. Внешне он был принятым ислам, а внутри вот эта ненависть и зависть пророку, алейхиссалату вассалам, у этого человека всегда горела, и все время он вредил пророку, алейхиссалату вассалам. И он начинает обращаться к этим ансарам, жителям Медины, и он говорит, что «я не видел», говорит, «вот день подобного сегодняшнего дня, который является унижением», говорит, «для нас. Мы», говорит, «этих людей приютили, они прибежали к нам, мы их приютили, мы их», говорит, «их кормили». И вот есть, говорит, такие слова, которые говорят: «накорми», говорит, «собаку, и она тебе будет кусать». То есть вот эти слова он выговорил. И он сказал о том, что мы, говорит, вернемся в Медину, и высшая лига, имеется в виду высшие племена, будут выгонять низших племен. Он имеет в виду себя высшим. А пророк, алейхиссалату вассалам, и этих мухаджиров, которые пришли из Мекки, он считает их низким. И мы, говорит, будем их изгонять. И по поводу вот этого вопроса, вот этого случая, был ниспослан такой аят: «Ауду биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, ла ин раджана илал мадинати ла юхриджанна ла азу минхал ал азал». То есть вот эти слова, которые говорил вот это Абдуллах ибн Убайю: «Если мы вернемся в Медину, то есть высшие будут изгонять низких». Он обратился к тем людям, которые вместе с ним находились, и он говорил: «Что вы с собой сделали? Вы, говорит, вот эти люди пришли оттуда. Вы, говорит, им дозволенным сделали свою землю. Халалом, имеется в виду, для этих мухаджиров сделали свою землю. Вы отдали им ваше имущество». В Аллахе, он говорит, если бы, говорит, вы не отдали, говорит, этим людям свое имущество, не разделились бы с ними, говорит, и они ушли бы, говорит, от вас. Вы, говорит, то есть эти люди ушли бы от вас, и вот этого не произошло бы, говорит. Вы
мол оставьте его, оставьте их, не делитесь этим имуществом. И вот таким образом было обращение этого Абдуллаха ибн Убайя к этим людям, имеется в виду ансара. И среди них находился один молодой человек, у которого крепкий ислам, крепко уверовавший, его имя Заид ибн Аркам, рази Аллаху та'ала ангу. Он разозлился на этого Абдуллаха ибн Убайю, и он довел вот этот хабар до пророка, алейхиссалату вассалам, о том, что, мол, вот этот человек вот таким образом побуждает этих ансару противиться против пророка и против сподвижника, рази Аллаху та'ала ангу. Пророк, алейхиссалату вассалам, ему говорит: может быть, ты разозлился на него, поэтому ты это говоришь. Может быть, ты не любишь его, может быть, из-за этого ты это говоришь. Он говорит: нет, говорит, я это услышал, он говорит. Тогда пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: может быть, ты ошибся, может быть, ты ослушался, неправильно услышал это, то, что он говорит. Тогда он говорит: нет, я, говорит, не ошибся. И тогда Умар, рази Аллаху та'ала ангу, просил разрешения у пророка, алейхиссалату вассалам, или же назначить другого человека, чтобы убить вот этого Абдуллаха ибн Убайю. Но пророк, алейхиссалату вассалам, отказался от этого. Он сказал: люди же будут говорить, теперь пророк начал убивать своих сподвижников. Так же люди будут говорить, потому что он же шел в качестве сподвижника, он был внешне принятым ислам, этот человек. И тогда пророк, алейхиссалату вассалам, разрешил людям покидать вот это место. Они находились, вот они же шли на нападение вот на Бани Мусталику, после того, как возвращались, вот это произошло. И он разрешил им покинуть это место дневное время. Обычно они шли ночью, когда когда прохлада, а это дневное жаркое время, они обычно не шли, где-то скрывались, отдыхали. Но пророк, алейхиссалату вассалам, вот таким образом поступил, чтобы именно вот когда самая сильная жара, чтобы они ушли. И тогда один из сподвижников подходит, и он говорит: Усайд ибн Хадир, он приходит и говорит: какая причина, говорит, вот такую жару идти? И пророк, алейхиссалату вассалам, говорит о том, что вот человек, говорит, спорит о том, что вот когда мы придем в Медину, о том, что вот высшая лига будет изгонять низкую лигу, говорит. И вот из-за этого, чтобы вот люди забыли вот этот разговор, чтобы они были увлечены другим, вот этой жарою и этими трудностями. И тогда тот говорит, тот сподвижник, Усайд ибн Хадир, он говорит: ты, говорит, вещи, ты не нищий, он говорит, ты, говорит, вещи. И вот таким образом они быстрым темпом, быстрым образом они пошли, продвинулись. И солнце, конечно, много вредило, вот эта жара. И когда они дошли до той местности, где останавливаются, они там от этой жары, от утомления, от этих трудностей, от этой усталости, они сразу заснули. И времени не было до разговора, времени не было до этого фитна. Вот из-за этого пророк, алейхиссалату вассалам, специально вел этих людей именно вот такое время. И один человек из ансаров обратился к Абдуллаху ибн Убайю, чтобы он просил у пророка, алейхиссалату вассалам, прощения грехов. Мол, ты вот таким образом навредил пророку вот этими разговорами, ты иди, проси у него прощения, проси, чтобы он просил у Всевышнего Аллаха прощения. Но он возгордился, он не пошел. И вот здесь был ниспослан сура Мунафикин. Вот есть после Джумата сура Мунафикин, обычно пророк, алейхиссалату вассалам, пятничный день, пятничную молитву читал, первом ракаате
Суратул Джума, втором ракате Суратул Мунафикин. И также читал он Саббихисма Роббикал Аля, Халатака Хадитул Гашия, первом ракате, это втором ракате, вот эти сури читал пророк, алейхиссалату вассалам, именно вот здесь был ниспослан вот эта сура. И вот эта сура, которая позорила, которая разоблачала вот эту Абдуллаха ибн Убайю, в котором говорилось, что среди вас находятся такие люди, внешне которые уверовали, а внутри у которых злость по отношению к тебе. И те, которые говорят, вот этот аят мы читали, بسم الله الرحمن الرحيم لا إن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز منها الأزل. То есть если мы вернемся в Медину, то есть высшая лига, высший клан вот этих людей будет выгонять вот низких. Вот этот аят тоже из этой суры является. И тогда, когда услышал сын вот этого Абдуллаха ибн Убайю об этом, он то был один из подвижников. Он попросил у пророка, алейхиссалату вассалам, дать разрешение, чтобы убить своего отца. Но пророк, алейхиссалату вассалам, не дал этого разрешения. Он сказал, что ты родителям должен делать добро. Видите, хотя был заядливым врагом, был этим мунафиком, пророк, алейхиссалату вассалам, детям убивать отцов никакого разрешения не давал. Даже таких случаев. А сегодня что происходит? Разве не было случаев, которые своими какими-то взглядами, радикальными взглядами, дети убивали отцов. Говорили, что эти кафиры до сих пор и угрожают, если кто-то работает в правоохранительных органах, то есть дети уходят куда-то, и они угрожают своим родителям о том, что они будут убивать, будучи мусульманами. А мы видим вот в этом случае, каким образом пророк, алейхиссалату вассалам, не разрешил сыну отца убивать даже вот в таких случаях. Заядливого врага даже он не разрешил убивать. И поэтому то, что касается отношений родителей, это святое дело. Вот говорится, что рай находится под ногами родителей. И поэтому к родителям надо относиться особым уважением. Особое отношение должно быть родителя. И второй случай, вот негативный второй случай, это оклеветание Аиши, разъяллаху та'ала. Это случай происходил таким образом, это более хлеще, более крупнее, чем вот этот первый случай был. И это был таким случаем, который тянет к большому фитна. И это было оклеветание Аишата, разъяллаху та'ала, жени пророка. И это было по отношению с Сафваном Муад ал-Салумии. И что, как произошло? Когда время, то есть они остановились вот на этом месте, и когда время приближалось к выходу оттуда, им нужно было покинуть это место. Как раз вот это время Аишат, разъяллаху та'ала анха, пошла исполнять свою нужду, имеется в виду для туалета, она покинула вот это местность. Когда она вернулась, она обнаружила, что ее вот как вроде цепочки, да, вот жемчуги, они рассыпались. Йеменские вот жемчуги были. И она начала их собирать. Она пока собирала, она пока сходила туда, когда вернулась, то есть вот люди покинули, то есть войска ушло. И вот те сподвижники, которые несли ее, вот эту носилку, будем говорить, то есть которая ставится вот на верблюд, мы вот и в фильмах видим, что вот закрытая, как палатка, то есть вот такая носилка бывает, которая ставится на верблюд, и в ней она находилась. И вот эти сподвижники, которые ее носили, они подумали, что она находится в ней, и говорится, женщины до такой степени легкие были, даже они не почувствовали, что она там есть или нет.
Она фактически, она там не находилась, и вот таким образом они ушли, она осталась. И когда она не нашла вот этих войск, когда не нашла людей, она просто из-за того, что она была слишком маленькая, подросток была, она там легла и вот заснула там. И открытым лицом заснула. И когда вот этот человек, который искал свое что-то потерянное, имеется в виду из скота, из чего-то он потерял, и искал, и он пришел в это место и обнаружил Аишу, разъяллаху та'алану. И когда он увидел ее лицо, он ее узнал, потому что раньше до этого хиджаба, до паранджи, он ее знал, и поэтому он узнал, он подогнал свою лошадь, даже слова не сказал, и предоставил ей возможность, чтобы она села на нее. Она на нее села, он впереди, лошадь сзади, вот таким образом, то есть он привел в это место, где они находятся. И, конечно же, там начались разговоры. От кого они начались? Именно от этого Абдуллаха ибн Убайя. То есть вот этот оклеветание Аиши разъяллаху та'ала анху произошло вот это место. И когда они пришли в Медину, когда они вернулись туда, она заболела в течение месяца. И люди уже начали говорить об этом, о том, что Аиша, разъяллаху та'ала, она погрешила. И вот по отношению со стороны пророка, алейхиссалату вассалам, ей всегда было, всегда милость, жалость по отношению Аиши, разъяллаху анха, и он ее посещал и не говорил, то есть услышал вот эти разговоры, он тоже в какой-то обиде находился и только спрашивал, как твое положение, и больше ничего не спрашивал. Когда она выздоровела, когда она вышла с одной женщиной разговаривать, та женщина, она дочь Мистаха, она зацепилась за свое платье и упала, споткнулась, упала, и она говорит, «Таисал Мистах», «Несчастливым стал», говорит Мистах. То есть она, Аиша, разъяллаху, она говорит, «Это плохо то, что ты говоришь». Мистах, говорит, находился, участвовал в военных действиях. «Бадро, как ты можешь по отношению к него такие вещи говорить?» А она говорит, что, мол, он про тебя вот такое говорит. Вот тогда только узнала, после выздоровления только узнала Аиша, разъяллаху та'ала анха, об этом разговоре. И вот эта болезнь еще усилилась. Еще усилилась. И когда пророк, алейхиссалату вассалам, ее посетил, она то есть просила разрешения, чтобы во время болезни, чтобы она находилась в доме своих родителей, Абу Бакра, разъяллаху та'ала анху. И когда она пришла в дом, она спросила у матери, что идут такие разговоры. Она говорит, то есть мать Аиши говорит, пусть Аллах тебе, говорит, облегчит. Сколько, говорит, красивых женщин, которые находятся возле любимого мужа, и у этого мужа есть другие жены, которых, то есть, оклеветали. Сколько, говорит, таких? То есть, она хотела утешить ее. Много, говорит, таких, которые оклеветают. И Аиша, разъяллаху анха, говорит, субханаллах, говорит, разве люди так говорят? И заплакала эту ночь, и до утра не перестала плакать. И вот это время пророк, алейхиссалату вассалам, советовался с большими сподвижниками. Он спрашивал именно насчет вот этого вопроса. И он говорил, обращаясь к вот этим сподвижникам, дайте мне совет. И Усамат бну Заид, он говорит, из-за того, что знал чистоту пророка, алейхиссалату вассалам, он говорил, ты держи свою семью, ты держи свою семью. То, что касается Алия, разъяллаху анху, он говорил, что по отношению женщин Аллах тебя не унизит. Есть, говорит, много женщин, если хочет Аллах, говорит, унизит тебя, говорит, Аллах не унизит. Также другие говорили, то есть об чистоте Аиши, разъяллаху анху, и некоторые сказали, спросите, говорит, у ее служанки, что она скажет. И пророк, алейхиссалату вассалам,
вызывает служанку и спрашивает, она говорит: «Валлази ба'атака бильхак, ма ра'айту амран каттун ахмисуху». Она говорит, именем Аллаха говорит, которого тебя послал истиной, я клянусь, говорит, такое положение, которое меня унижает, вот как это положение, никогда, говорит, не пришло. Это же ребенок, она говорила. Ребенок заснул, может быть, говорит, кто-то там тесто, говорит, перемешивает, ребенок, имеется в виду, тесто перемешивает, он засыпает, вот это тесто кто-то крадет. Ну, вот таким этим сказала, что, мол, этот ребенок. И пророк, алейхиссалату вассалам, поднявшийся на минбар, мечети, обратился к сподвижникам, и он сказал, что вот до меня, говорит, дошло вот такой хабар по отношению моей семьи, моей жены, и по отношению этого человека, от которого я только, говорит, добро узнал, только хорошее узнал, и от моей жены тоже только, говорит, я хорошее узнал. Что вы скажете? Там вот начались какие-то определенные разговоры, и пророк, алейхиссалату вассалам, их остановил. Некоторые так говорили, некоторые так говорили. Конечно же, там находились мунафики, которые хотели оклеветать Аишу, разъяллаху та'ала анха. И Аиша осталась у своих родителей, и когда пророк, алейхиссалату вассалам, пришел, и он сказал, обращаясь к Аиша, «Я Аиша», он сказал, «Иннаху балагани анки каза ва каза». До меня, говорит, дошла весть, хабар, говорит, про тебя, о том, что так и так. И ты, говорит, если чистая, Аллах тебя очистит. Если, говорит, ты, говорит, то есть согрешила, ты признай, говорит, свой грех и обращайся к Всевышнему Аллаху. Он, говорит, тебе простит. И когда так он сказал, то есть ее слезы прекратились. Она как-то разозлилась, и она сказала, обращаясь к своим родителям, отвечайте, говорит, ему, если я говорю вам о том, что я чиста, что этого вам недостаточно, Аллах, говорит, меня очистит. И после этого были ниспосланы много аятов, которые, то есть, очищают Аишу, разъяллаху анха, оправдают ее. И об этом, иншаллах, будем говорить в следующую пятницу. Пусть Аллах даст нам чистоту, ту чистоту, которую дал этим сподвижникам. И Аиша, разъяллаху та'ала анха, ассаламу алейкум ва рахматуллах.